руководитель коллектива «Армида» Мария Тимофеева, в прошлом солистка театра «Кремлевский балет». Мы не раз встречались с ней в проектах моего брата Андриса Лиепы. После окончания балетной карьеры раскрылся ее талант педагога. За несколько лет она создала прекрасную балетную школу в Москве. Ее ученики поступают в Московскую академию хореографии. Школа «Армида» была участником и нашего первого гала-спектакля в Большом театре. Поверьте, классический танец, как любой танец, требует огромных усилий, но он формирует личность и характер.